Уважаемые гости, я очень просила без меня в другие залы не переходить. Пожалуйста, я продолжаю разговор, чтобы вы все услышали, все увидели. И у нас не возникало вопроса, что кто-то что-то не посмотрел. Итак, друзья, мы находимся в раздевалке. Завтра наши мужчины через предбанник, как и мы сегодня с вами, согласно купленным билетикам, будут занимать места на наших исторических диванах. Ну и посмотрите, у нас есть крючочки, вешалочки. Видите, здесь девочки. Видите, да? Вот, на этих девочках номера. Кстати, по этим номерам очень легко определить. На каждом историческом диване располагается 5 персон. Вам как-то удалось в шестером сесть, не знаю, вы молодцы. Но на самом деле на 5 человек, да? Ну, согласитесь, это очень удобно, так свободно можно сесть, откинуться на спиночку. И вот завтра на этих крючочках будут появляться рубашечки, маечки, брючки и так далее. То есть наши мужчины будут доходить до какого состояния? Ну, до такого, в котором мы все приходим в этот мир. А мы приходим с вами без одежды. То есть это раздевание. Ну и посмотрите, как интересно в этом раздевании оформлены интерьеры. Конечно, вы видите тех, кто находится там. Но вы не видите всех, кто будет сидеть завтра на других диванах. Да? И это очень, на самом деле, комфортно, очень хорошо. Потому что это создает, ну, такую вот особую атмосферу уюта, комфорта. Потому что, еще раз напоминаю, ну, вот, начиная с этого зала, мужчины будут, ну, извините, со стола далеко. Да? При этом, смотрите, в этом зале очень много элементов цвета темно-коричневого. Наши исторические диваны, обтянутые натуральной кожей. Купол, смотрите, какой огромный, над нами, на очень серьезной, такой солидной высоте. Выполнены из дерева, это оригинальный потолок 19 века. Наши диваны оригинальные. Если сейчас сидите на тех диванах, на которых сидели первые президенты 1950-х. Как мы обычно, когда в музей приходим, экскурсию, да, что нам говорит? Руками не трогайте, не садитесь. Вот сегодня я буду ровно наоборот говорить. У вас есть свободный телефон, так, в зале. И действительно, вы сейчас сидите на тех самых диванах. Ну, друзья, ну, где-то какие-то работы, конечно же, проводят для вас улица. Они те самые, деревянные. Вы тут раз увидите, я не так слышали, да, такой очень атмосферный такой скрипт создает. Ну и посмотрите, на контрасте к нашему куполу, к нашим диванам. Желтый цвет стен. А на стеночках мы с вами видим довольно интересный символ. Правильно, европейскую и королевскую. Для нас это с вами подсказка. Если вы до этого видели рококо, неоампир, то это европейский стиль оформления интерьера. Если вы где-то в литературе встречали название, особенно в литературе советского периода, Советского Союза, я имею в виду, готический зал Сен-Бенуа, вот вспоминайте раздевание, в котором мы сейчас с вами находимся. То есть это неоготика. Очень многие гости заходят и говорят, что напоминает храм, кто-то говорит, напоминает замок какой-то средневековый, кто-то говорит, напоминает корабль, кто-то напоминает вокзал, совершенно верно. Да, кто-то действительно говорит, напоминает храм. Почему? Потому что первые храмы у нас были с вами какие-то, не то есть было купленные, да, они были из России. Действительно напоминает. Ну и посмотрите, по-моему, да, когда я показываю руку, возможно, там давно не посмотрите. Вот я вас пригласила, знаете, спросите, где мы даже не подозревали, что увидим с этой стороны. Очень красивой резной работы Киот 19 века дошел до нас. Посмотрите, какая изящная работа резьба по дереву. И в центральной готической башенке этого года мы видим с вами икону. Очень необычно, правда? Вы знали святого? Николай Чехова, совершенно верно. У нас здесь не случайно святой Николай, это святой, который покровительствует всех инноваторов. Наши клиенты на особом состоянии воды, как горячий пар, надо помыть, пользоваться очень аккуратно. Святой Николай покровительствует всем, кто приходит в этот зал. С противоположной стороны, ну вот опять же, смотрите, у кого зрение такое более зоркое, то вы поймете, если вот это у нас картина, была живопись, это мозаичная напольная панель. И вот она собрана из маленьких пальмовых элементов, каждая из которых размером всего 2 сантиметра. Это тоже оригинальная работа, создавалась Эмилией Александровной, художниками, декораторами, красными фроловами. До наших дней дошла, смотрите, какая красота. Мы действительно, как в музее, наши мужчины готовы смотреть на пейзаж, на заднем плане которого у нас здесь вечно изображается вулкан. Ну и, конечно, кабиночки, да? Вот сложно не заметить наши кабиночки. Вот я сейчас включу свет, кому будет интересно, можете заглянуть. Тем более я смотрю, что вы с удовольствием фотографируете. Вот что это такое? Это у нас клиент образовательный.
ходят босиком, но здесь по-разному, да? Мы с вами, друзья, движемся в следующий зал, и я вас приглашаю вот через такие дни. Проверьте, пожалуйста, ваши вещи, если вы где-то оставляли. Сюда, вот вы сюда. А сама куда пошла в другое место? Вы же в зеркало. Весь все. Все сохранилось замечательно. Виточка старая, да, друзья, это 19 век. Еще раз напоминаю, это 19 век. Я буду делать акценты на 100 грамм, что имеет отношение к истории, к историческим интерьерам. Вот проходите, пожалуйста, в следующий зал, друзья, вот сюда проходите. Здесь у нас зал поменьше, поэтому на входе не останавливайтесь. Вот это там специально включилось, можете заглянуть, посмотреть, можете тоже посидеть, можете тоже пофотографировать, как вам понравится. И вот смотрите, как интересно, мы с вами сейчас переместились, ну, фактически из Европы на Восток. Ну, что мы говорили, такой дати, провести, и вдруг мы оказались с вами где такая вот сказочная атмосфера, такая восточная сказка. Нас действительно с вами окружает мавританский стиль оформления интерьера. Вот, поэтому, конечно же, когда мы смотрим на этот зал, посмотрите на стену, посмотрите на наши потолки, даже сложно выбрать, что вам нравится больше, каждый выбирайте. Для мавританского стиля что характерно? Обилие мелких деталей, декора, да, его очень много. Поэтому я уверена, у вас богатое воображение, вот посмотрите хотя бы один вот элемент, посмотрите. Ну, кто-то скажет, вот из меньшего похож, кто-то креслица у меня, кто-то комодик, кто-то усы, кто-то еще что-то. Да, и когда мы вот так рассматриваем детали, что для нас становится важно? Мы понимаем, во-первых, насколько сложная работа. Ее делаем на стенах даже здорово. Во-вторых, друзья, смотрите, с 1796 года. Еще раз напоминаю, мы с вами не в музее, мы с вами в бане, действующей, да, где влажно, где высокая температура. И вот эти интерьеры очень хорошо сохранились до наших дней, поэтому веков, наши стены, это все 19 лет. Спросили, что это, друзья, это алебастр. Ну и для мавританского стиля еще характерно обилие ярких красок. Да? Вот если у нас Европа, она такая стильная, да, брутальная, там, ну, в основном два оттенка. Здесь, конечно, уже такая радость жизни на Востоке. Красноватые, бирюзоватые, и зеленые, и золото. Восток и золото вообще не разрывные понятия. Ну, здесь, как вы понимаете, вот те, кто забираете, здесь уже зоны отдыха для компаний побольше, да? Где-то можно в шестером, где-то в десятером. Максимальное количество 15 персон в этом зоне. Когда люди вместе могут собраться, пообщаться, попить чайку, заказать что-то покушать, поговорить, ну и так далее, и так далее. То есть это все зоны отдыха, подготовки к банным процедурам. В любой момент своего сеанса мужчины могут возвращаться. Да, сходили поплавали в бассейн, вернулись опять на диванчик, да, сходили в парную, опять вернулись на диванчик. То есть они свободно перемещаются из зала в зал. Ну, наши фотографии клиентов, я думаю, вы догадались. У нас огромное количество фотографий, досок таких много. Ну, вот эту доску мы неофициально называем запортивной. Я думаю, вы догадались, почему все эти люди имеют прямое отношение к спорту. Очень приятно, что все они продолжают приходить к Сандуны, поэтому стандартный рабочий день мы можем его увидеть здесь с вами. Вот мы с вами познакомились вот с такими зонами отдыха, да, где клиенты оставляют свои вещи, возвращаются сюда, могут попить, покушать, поговорить, пообщаться. А сейчас я вас приглашаю вымывать. Давайте посмотрим, где наши мужчины завтра будут намыливать свои тела. Итак, друзья, проверяйте, пожалуйста, чтобы вы не забыли вещи. Перед дверью у нас здесь ступенечка. Смотрите, пожалуйста, подножки. Да, но это для персонала. Холодильник, проходите, пожалуйста. И здесь у нас мыльная очень большая. Не останавливайтесь на входе, проходите прям в самый Thank you.
две слева и справа. Внутрь, пожалуйста, не заходим по гигиеническим соображениям, да? Задумано специально открыли, чтобы вы могли заглянуть, да? Вот все-таки в верхней одежде, поэтому только заглядываем, фотографируем, ходить на сутрение. Ну и классический пар, друзья, без добавок. Добавки на исключительно форы списания. Самая температура в парной будет около 80 градусов. Почему здесь теплее? Санитарные часы, печь, которая создает знаменитый сутеновский пар, включается. Но за сутки она не будет правильно открывать. Стыдь. Печь нам страны. Вот это еще экран 19 века. Ну, 1896? Да, 1896. Как видите, работает все. Пор. Да, с тех пор сохранилось. Раковинами все пользуются. Завтра это будут все раковины, которые будут использоваться клиентами. Наши мужчины водичку будут наливать вот на эти раковины 19 века. Татьяна, а здесь все наверх поднимаются, парятся? Вы знаете, здесь по самочувствию. У нас парные двухэтажные. На первом этаже температура будет 75, на втором больше 80. Человек сам решает. Если он хочет погорячее, он сразу поднимается на второй этаж. Кто чувствует, что ему надо температуру пониже, остается на первом этаже. Поэтому это уже в данном случае решает сам клиент. Ну что, друзья, мы немножко с вами попарились. Теперь предлагаю чуть-чуть охладиться. Приглашаю вас в зал с историческим бассейном. Отойдите, пожалуйста. О, Боже. О, Боже! Знаете, я такое видела только в Венгрии, в купальнях Сечени. Это вот только там такое видела. Это в Будапеште. Там даже покруче, там еще минеральная вода, там источники. Смотрите, как мы сегодня в солнечном поэтому мы легко, благодаря солнечным лучам, видим, что...
Блин, ну с Потёмкин здесь снимался. Сбываются мечты. Сандуны? Очень красиво. Очень красиво. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо всем. Спасибо. Я не могла себя здесь не запечатлеть, правда же? Сами понимаете. Сейчас пойдем во дворик. Еще подругу вот тут нашла. Везде статуи стоят. Даже в помывочных. Итак, друзья, фотографируйтесь, догоняйтесь. По-моему, у нас болезнь, что